Всем привет, ребят. Ну что, получился все-таки нереальный трешачок. Записывал там видосики другие, зашел английский сервер, у нас идет коллекционер. Интересный коллекционер. Там за ледяного феникса дают хорошие плюшки, в принципе, относительно. 100 камней красных новых. Ну, вроде казалось бы, все круто. Ну, вы видите вот эту кнопочку Collect и смотрите, сколько у меня здесь итемов. То есть у меня даже желеек нету. По сути, я думал там рольнуть 20к, и так уж получилось, что я получил еще одного Лазурикса, вообще, в принципе, за копейки, там, за 4 или за 5 тычек, там, по 150, по 450, там, 1002 и плюс еще один. Это просто, ребят, просто жестко получилось, честно говоря, сам удивлен. Ну и, соответственно, я захотел уже вам заснять топовый видосик с плюшками, которые здесь есть, собрать некоторые плюшки, пооткрывать. Ну, видите, да, что здесь делается по сравнению с русским сервером. Просто небо и земля. Поэтому, ну, вот это я не могу собрать. Это у меня просто 2 миллиона кулаков почти просто висит. Давайте сейчас мы их заберем, потому что, мало ли, будут приходить сейчас плюшки. Закрывайте глазки, кто не привык к трешечку. Так, это можно забрать. Мы делаем вот так вот раз. Вот так вот кулаки на английском сервере перекачиваются с одного в другое. Но ничего не поделаешь. Итого 1424 коробки. Я очень много коробок уже пооткрывал. Устаю их открывать, потому что это очень долгое и нудное дело. Кулаки продаю на золото, ничего не поделаешь. Так, окей, с этим мы разобрались. Смотрим аксы. Аксы, как всегда, тут просто бомбезные. За 10 баксов, по сути, 10 долларов, это сколько там, 500 рублей где-то плюс-минус. Если на русский 122 тысячи, дофига. 250 тысяч кгшек, куча разных, ну это просто для русского сервера. Вот просто обычный пак, 12 сумок, я уже показывал, с 50 сумок таких можно собрать огника. По сути, за сотку продают огника на этом сервере. Такие плюшки, ну честно говоря, тут ничего интересного. А вот топовый рынок, тут тоже генные итемы, все что хочешь, короче, выбирай. Ну, честно говоря, тут сегодня вот эти паки ничего так, а вот это вот новые большие паки я тут забрал. Посмотрим, какой шанс выпадения итемов. Поехали, пробежимся по акциям. Ну, забираем. Просто, ребят, это мега удача, я вам говорю. Ну, я сам, честно говоря, в шоке. Так, что тут у нас есть? О, отлично. Тут со всего этого нужны вот эти кристаллики только. Поехали. Так, ну можно, в принципе, забирать вот это все. Так, ну видите, пока не дают. Я не буду тратить. Вот, отлично. За десяточку, да? Ну давайте ролим. Ой, вообще огонь за 4. Очень выгодно. Камешки. Ну, руну я бы забрал, но у меня их хватает. Минус 60. Отлично. Так, за 8 забираем. Тут у нас еще такое интересное есть. Вот это тоже надо забирать. Супер. Книги, конечно, дороговато. Так, это забираем.
раскол для бездона тоже можно собрать. Смотрите, исцеление рунами. Ну, конечно, это за донат плюшки эти даются, но так в основном неплохо. Я не буду делать смены, потому что они дорого, мне проще делать смену. Так, отлично. Заберем карты за тыщенку. Почему бы нет? Ну вот видите, нету этих. Желтеньких кристаллов у нас что-то странно, но нету. Ну что, поехали дальше трешивать. Вы думали, это все? Нет, это не все, ребят. Я в погоне именно за кристаллами. Давай кристаллы. Вот отлично, дали нам. Ну, по сути, вышли на то же самое. Можно было бы и смену не делать. Так, отлично. Let's go. Коробочки нам тоже нужны. Ну, карты смены таланта. По сути, за 1000 вы можете 3 получить. Тоже выгодно. Говорю, для бездона вообще топовая акция. Так, отлично, exchange. 9. Ну, ладно, забираю. Видите, не особо там желтые падают. Только сказал, не особо желтые. За 9, блин. Ну, придется забирать, что делать. Можно было не делать скидку. Сейчас нам по-любому и даже не упали. Пул. Смотрим. Бум. Вот так вот 190 камней мы получили, ребят. Это трэш, это трэш. 160, конечно, таких, но мы сейчас еще пооткрываем. Пооткрываем сундучки. Так, окей, забираем. Поехали, еще паролем. Вот видите, у меня слизни тоже уже в перелимит уходят. Приходится чуть-чуть их сливать. Это очень жирно будет, потому что я еще качаю. 100 штук сольем. Не пропадать же добру. На основе за 2 года 3 миллиона. Я думал, это вау. Здесь, блин, за 3 месяца 74 просто валяется. Так, окей, с этим мы разобрались. Поехали, еще добьем. Я забираю эти камни. Мало ли, открою следующие левела. Когда-то пригодится нам. Есть еще, да, у нас. Ладно, потом доберу. Заберу эти за 10, потому что они мне, скорее всего, нужны будут. Сейчас посмотрим, как дальше у нас выпадет. Так, хорошо. Это пак за пак, то, о чем я вам показывал. Так, календарь, Winterfest, фестивал Winterlucky. Нафиг нам не надо. Heels, это смотрели, поехали в орбы поиграем. Поиграем в орбы, посмотрим, что здесь у нас интересного сегодня есть в наградах. Так, ковяшки. Вот смотрите, сравнивайте русские. У нас на русском, по-моему, было один раз, но на китайке точно было за один. И только X2 стоит почему-то на 50 тому, а остальное все X1. Посмотрите, какие герои. А, 70 лова, нифига себе. Даже его можно вытащить. 23 попытки у нас. Ну окей, поехали. Вспомним детство. Так. Вот уже, видите, можно забрать.
Эмблемку восьмую Виталбуна. Вот так вот. Жесть, конечно. Вот ПБшку собрали. Да, пора. Смотрите, уже 50 книг еще можно обменять. Эссенции. Пора убегать с русского. Точно там. Если еще помимо этого плюшки позабираем. Ну что я могу вам сказать? Вот так вот такой вот трешечок. На китайке трэш, тут трэш, на русском кал. Я бы так это назвал. Потому что сделали самый печальный сервер, и интерес весь вообще пропал. Играть именно на русском сервере. А даже бездонатные плюшки на китайке намного круче. Вот смотрите, ну что вы на это скажете? По сути, мне не хватает тут, я могу 70 даже осколков собрать. Ну, конечно, это дороговато для 70 осколков. Но посмотрите, Пакт, Рея, Анубис, бери что хочешь. То есть то, чего не хватает, мы заберем вот это. Вдруг девятки можно будет ковать. Просто жесть, ребят. Все, забрали. Отлично. Поехали, посмотрим еще, какие плюшки нам дали. Помимо этого. Ну вот еще призы дали. Ну, почему нет? Круто. Так, надо еще с питомцами будет разобраться и дальше качать силу. Так, окей. С этим разобрались. Поехали дальше. Accumulation. Ну, поехали посмотрим, что у нас здесь сегодня есть. Собрать. 15 эмблем 7-го левела. Ну, а чего бы нет. Нет, книги мне не нужны. Спасибо. Спасибо, спасибо. Так, это бонусы. Поехали посмотрим, что здесь. Посмотрим, какие плюшки еще здесь нам упадут. И сравните с русским сервером. Можете даже, в принципе, не равнять. Так, все забрали. Смотрим, что мы тут получили. Такой фон психощит. Раритетный психощит. Такс. Плант мы бегать не будем, проспектор. Блин, посмотрите, сколько здесь всего. Или сюда.
Поехали сюда и будем открывать плюшечки. Вот такое тут, честно говоря, так. Ну, вроде как бы все. И карты достали. Ладно, поехали. Поехали, смотрим. Супер. 1200 или 120, 120 кгшек, по-моему. Просто мега карты. 160, ладно. Такс. Ну, с чего начнем? Сундучки такие, такие, такие. Ну, давайте сначала с этих новых. Плюс 20, отлично. Давайте 8 эмблемки, чик. Жесть. Я как вспомню, сколько я нору мучился в КГшке, вот это заседал. Ради чего? Так, а что мне не дает? Блин, книги. Жесть. Ну давайте. Даже по одной не могу открывать. Жестко. Взяли топовые, топовые плюшки. Так, и продать не могу. Ну что, придется ролить. ЗП-шки. Просто жесть, ребят. Видите, тут свои минуса есть на этом сервере. Да, печально, печально, конечно. Надо куда-то эти книги девать. Я, в принципе, знаю, куда их буду девать. Но сейчас попробуем пооткрывать чуть-чуть. Опять же, тут сейчас 100 книг и все, и у нас ничего не получится. У нас даже сейчас, наверное, ничего не получится. Сейчас попробуем по-другому их посливать. Просто ужас. Так, поехали, попробуем, откроется, не откроется. Ну, по 10 точно не даст, одну попробуем. Один камешек, отлично. 5 коробок. И все. И на этом весь наш веселый рольный книг закончился, ребят, потому что просто тупо некуда. Ну, что я могу вам сказать? Вот такой вот сервер. Это, конечно, лучше, чем у тебя не хватает этих ресурсов. Давайте еще откроем лабиринтик. У меня тут накопилось. Ну, как видите, отсюда не стоит ждать особо много. Они выпадают, но очень редко. Это при том, что я прошел, считайте, 10 этажей, 10 гоблинов. И, как видите, все печально. Очень даже печально. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Такой вот трешачок у нас получился веселый. Всем удачи, всем пока.